Добрый день, интернет-магазин billiardmag.com, и сегодня у нас обзор полотенец для бильярдных киев. Еще одно тут немножко не поместилось полотенце. Значит, сейчас мы его отдельно добавим здесь краешку. Значит, полотенца, ну, в них ничего сверхъестественного нет, да? Это, в принципе, обычные полотенца, это просто такие брендовые штуки, они хорошие по качеству, ну, просто нормальное, хорошее полотенце. Значит, полотенце Лангония, оно, скажем так, стандартное, вот так оно выглядит. Значит, они сделаны в таком размере, чтобы, в принципе, можно было поместить чехол. То есть, если у вас чехол с достаточно объемным карманом, длинным, то такое полотенце помещается. То есть, оно подходит... Полирнуть кий, вытереть руки. То есть это такая просто подсобная походная штука, брендованная. Ну, такое симпатичное, в принципе, полотенце. Вот, ну, функции понятны, да. То есть здесь как бы ничего нового не выдумаешь. Это не какая-то там микрофибра или там еще какой-то сверхъестественный материал. Это обычное вот такое полотенце. Ну, скажем так, махровое, не знаю, как его правильно назвать, то есть то, которым пользуемся вот обычно в быту. Значит, затем полотенце, ну, тайгеровское, потом оно немножко отличается. Затем стандартное полотенце брендованное, шар номер 8, то есть вот так оно выглядит. Вот такое полотенце, ну, дальше, ну, камера не позволяет, то есть вот такое полотенце. Ну, размер, кстати, да, вот размер, я вам скажу сейчас. Ну, у меня рулетки под рукой нет, вот есть шаф кия, да, вот я прикладываю, ну, вам здесь плохо видно, но это где-то вот по длине половина шафта кия, то есть это там порядка там 40 сантиметров, я не помню, в описании посмотрите, в описании размеры полотенец указаны. Они не супер большие, ну, такие, то есть для того, чтобы можно было взять с собой там и поместить в чехол с более-менее объемным карманом. Значит, ну, вот Лангони мы посмотрели. Лангони раз, шар номер 8-2, из них самое недорогое вот это. Ну и, кстати, я вам скажу, что оно прикольно еще тем, что оно чуть тоньше, чем Лангони, его легче поместить в чехол. Это 2, и третья тайгеровская, ну, лично мне тайгеровская нравится больше. Почему? Потому что, значит, ну, тайгеровская чуть-чуть меньше по размерам, немножко меньше. Но, опять же, можете точнее глянуть размер в описании. Но самое главное преимущество в тайгеровском полотенце, что оно более, скажем так, удобно вот этой вот клипсой металлической. Здесь вот такая клипса на люверсе, то есть здесь у вас ничего не порвется. И полотенце можно прикрепить к чехлу или же можно прикрепить к поясу. Но чаще всего актуальнее к чехлу. Вы долго играете, пошли в руки помыли, подошли, протерли руки. Нужно кий протереть, пожалуйста. То есть оно у вас всегда под рукой, плюс вы его не потеряете. Пристегнули к чехлу, болтается себе, болтается, всегда под рукой. То есть вот это вот тайгеровское, действительно такое, ну, мне кажется, что оно, конечно, получше, чем остальные. Значит, ну, назвать полотенце, в принципе, аксессуаром первой необходимости, конечно, нет. Не назову, но тем не менее вещь полезная. В любом случае, очень частая причина летом, да, кий не скользит, потому что руки потеют, руки помыл, полотенце нужно. Бегать на барную стойку, вечно просить эти полотенца проблематично, влажные салфетки тоже такое. Поэтому, ну, как бы, многие полотенца покупают для того, чтобы было что-то свое под рукой. На этом все. Это был видеообзор полотенец для бильярда, ну, не совсем, скажем так, для бильярда, но брендованный на бильярдную тематику. Обзор был подготовлен интернет-магазином billiardmag.com. Спасибо вам за внимание. Всего доброго, до свидания.